Всем привет, ребят. Ну что, начинаем сегодня первый тест уже на основе. Прокачан наша Сура уже на максималку, сотый просвет, все дела. Передача энергии стоит на атаку. Собран на уклонение плюс точность. Я пока так его оставлю, потом переделаю. Покажу почему. Но пока у нас будет именно такая прокачка. Смотрим, что у него по статам. Ну, по статам неплохо получается. Свыше 10 тысяч атака, плюс 7600. На жизни, как я и говорил, в районе 300 тысяч, плюс 126. У нас будет стоять ремка на нем. Почему ремка, я уже не раз объяснял. Потому что для того, чтобы он включился сразу же, и потом у него работал автопрок. Есть варианты, когда его может просто орнитоптер стрелка забрать энергию, либо другие герои, либо заблочить. Тогда у него умение работать не будет. Но... как показала практика, его умение работает под молчанкой РС, то есть оно автопрокает все равно, что очень интересно. И оно будет автопрокать до того, как он умрет. Вот. Так, меняем, убираем. Я вырвал бастион для него. Качаем ему бастион на максималку. И сейчас пойдем сравнивать с китайкой. Так, обмен славы. Забрали, улучшить. Вот такой он у нас теперь, такая вот сборочка. Так, где там он? Куча героев, вечно эти скины, и начинаешь теряться всех. Так, вот он у нас после огнекрыла идет. Ну, то есть статы его не поменялись, 3200 уклонения, как видите, тут ничего не поменялось, у нас добавилось еще приблизительно 60% к жизни и плюс 60% к атаке. Поехали сейчас через рейды его потестим, посмотрим. Вот он включился, плюс у него работает отражение. Ну вот если сравнивать уклонение и крит, смотрите, нас и накр сбил, и хранитель там включенный был, то уклонение, конечно, смотрится поярче, по нем побольше миссают. Ну, отражение от него, конечно, не так работает, как хотелось бы, но за счет того, что у него очень много автопрока, это его очень спасает. Вот смотрите, 300 тысяч прилетело. Неплохо, неплохо. Он половину героев уже посливал. Конечно, там отхилы идут, но один против пачки он тут явно себя не покажет полностью. Ну и у меня стоит слон, то есть у него отхила нет. Он у нас собранный без отхила. Так, вот тут вот интересно будет, есть череп, остальные. Сейчас попробуем его сюда. Вот он включился. Смотрим Бигфут и остальные все. Плюс самое основное, у него его умение. Смотрите, черепа слил, Анубиса тоже слил. Его умение не дает, по-моему, насколько я помню, 24 энергии отнимает во время срабатывания. Да, вот уменьшение каждую секунду. То есть можете представить, каждую секунду плюс еще идет забор энергии, то есть герои не так быстро будут включаться, а атаки у него немало, скажем так. Смотря, конечно, какие герои, кто против, но если брать в общем, очень-очень красиво он смотрится. Тут ворожей был остальной. То есть он нормально вот именно в такой сборке с уклонением. Универсально смотрится, скажем так, если сравнивать с Китаем, где у него стоит крит. Конечно, не критует. Сейчас мы его поставим в топорик. Молчанку кинули. Ну, я думаю, вы все видите, что делается сейчас. Даже против таких героев у него не 12-й скилл. То есть он против эволюции нормально себя показывает. Теперь давайте поставим все-таки ему крит. Все остальное пока так оставим. Посмотрим разницу. Ну, сегодня хорошо, что такие базы вылазят. Единственный минус, как и вот видите, у него сейчас забирают энергию. Он не успел, все. То есть это основная проблема будет. Ему надо быть не основной целью, хотя бы вторым где-то выпускать его, потому что у него будут просто тупо отнимать энергию те же самые артоптеры, о которых я уже говорил, и он просто вас не зарядится. Для этого я как бы и ставлю ремку в первую очередь, чтобы он изначально включился, а потом уже долбил всех подряд.
Вот он включился. Вот смотрите, стрелку 306 прилетело. Рину. Вот Рину, конечно, смог слить. Может даже с Огненкой. Ну, стрелка ушатал. Очень быстро. Так. Сейчас найдем какую-то интересную расстановку, чтобы можно было по максимуму его посмотреть. Ну вот Бастион, я думаю, один из интересных. Вот смотрите, 500 тысяч прилетело. Черепу 500 тысяч прилетело. Ну сейчас череп включился и плюс тыква. Ну, Тессу, ну Тесса какая-то не вкачанная. Героев сливает. Ладно, идем потестируем на другие локации. Идем на арену. Хочу тут на него посмотреть. Ай, ладно, сейчас этого сольем, наверное, или нет. Вот смотрите, это просто же, это 12-й скилл. Кто там выживет, я даже не знаю. Просто так вот убивает и все. 200 тысяч, единственное, Анубис там может дебафа наложить, но опять смотрите. Он просто не успевает выживать. Ну, интересно, кто кого. Сколько он там раз уже ожил, этот Анубис? Так, ставим нашего героя нового. Самое интересное будет комбинация. Это новый герой плюс, допустим, Фрей или Огнекрыл впереди. Когда он будет атаковать со второй линии, не первым. Но самое основное, ему надо ударить. Если он не ударит первым, не включится, то он очень быстро сольется. Так, добрый эльф. Ну, я надеюсь, ты по центру. Да, есть пачка по центру. Тут у нас есть, конечно же, Фрея, куча героев. Тут нас сейчас просто тупо ушатают. Так, Рину. Сейчас попробуем по верху кинуть. Так, чтобы Фрею не зарядить. Попробуем вот так вот. Против Рину. Ну, ворожей хилит. Ну, не могу тут один на один, так я ничего сейчас не покажу. Сейчас мы возьмем еще. Попробуем по-другому. Попробуем вот так вот. Щитерим называется. Вот он работает. Как видите, его Фрея даже там атакует. Но вот вместе с Огнекрылом от него плюшки просто летят. И та же самая Фрея, он не успевает заряжаться по полностью. Ну, плюс Огнекрыл, конечно же, паралич налаживает. И в итоге, сами видите, что урон, конечно, просто офигенный. Что Огнекрыла на 12-м, что у него выскакивает. Ладно. Идем в забытую. Вот там я хочу его потестить уже у себя на основе. Так, создать команду. Так. Вот у нас пачка есть с Фреей. Убираем отсюда Афину. Убираем отсюда вот это. Пробуем так. Ставим Фрею первой. Она у нас будет как основная мишень. Он будет сзади. Плюс у нас будет еще Седна дополнительно. Так, первая пачка против Ары. Давайте пока вот так вот сделаем. А его будет вторая, потому что Ара может нас заблочить. Хотя, в принципе, пачка не особо сильная, можно было. Я надеюсь, вторая будет интересная. Так, Медуза есть. Медуза и Хранитель. Вот он прошел, включился. Смотрите внимательно. Героя просто не стало. И не из-за того, что там Медуза Фрея бьет. Там его дамаг под Фреей. О, не под Фреей, а под... Давайте сейчас я еще изменю. Вроде послабее противник. Просто его одного поставим. Можно, в принципе, давайте с Седной. Вот так попробуем. А, ну тут вообще... Тут одна Седна слила всех.
Но она его бафает, тоже интересно сейчас будет посмотреть. Там 100% баф к атаке. Думаю, сейчас какую-то пачку найдем топовую. О! Вот давайте попробуем тут. Ну, тут ара есть, конечно. А, и молчанку наложили. А вот теперь смотрите, ребята, вот так вот. Что я могу вам сказать? Обидно, конечно. А, она сейчас восстановится. По идее, она должна его резнуть, я не помню. Вот она его резнула. Вот вам, ребята, топ, который ложится двумя героями. Вот почему этот герой реально имбовый. И о чем я говорил еще на китайке, что герой просто чумовой. Два героя сложила 5. И причем ушатала очень конкретно. Вот так вот. Вот поэтому как бы я топлю за то, что этот герой действительно кайфовый. Это при том, что седна там без питомца не собрана была. Я как бы не заморачиваюсь над забытой битвой давным-давно. Меня кулаки как бы не особо интересуют. Ну, всю суть вы видите. Действительно, действительно очень кайфово смотрится этот герой. Ну, огнекрылы будут очень долго воевать. Друг друга не сольют. Вот тоже, да, мой ударил. Ну, тут ничего не сделаешь. Да, Фрей, тут мы, конечно, сольемся этой пачкой. Надо было другую пачку поставить. Ну ладно, я все равно не тестирую забытую, я тестирую героя. Но вот два героя ушатало 5. Так, давайте сейчас обновим. Тут еще какой-то есть. Так, давайте вот так вот сделаем. Первая там сольется, не сольется. Вторая, думаю, будет поинтереснее. Потому что тут... Хотя можно было эту вставлять. Получается в этого героя 50% на отражение. Я не знаю, как у Зая. Я хочу у Зая ему протестировать вместе. Но я думаю, это будет очень интересно. С его отражением. То есть герои улетают у него тоже. Так, смотрим. Ну тут Фрейя есть. Тут, конечно, не вариант однозначно. Против такой пачки. Ну, вы видели предыдущую. А если будет 6 героев на 6 героев, точнее 5 на 5, как обычно это здесь идет, просто выставляете на стан героя, он будет сзади просто снимать энергию. Давайте вот этого попробуем. Ну, не могут они ему ничего сделать. Просто нереальный герой. Еще и под бафом Седны, это просто жесть какая-то. Сейчас попробуем Седну поставим на таблетку, еще так затестим. То есть такая сборка с Бастионом, она более такая универсальная для него и жизни, и атаки у него есть. Отражение у него 50% урона по нему не проходит. Так, давайте уберем Огнекрыло, поставим сюда Седну. Поехали в рейд, зайдем, заскочим, посмотрим. Так, есть стрелок, я надеюсь. Вот он включился. А, там еще и Фрейя есть. Да, тут, конечно, без вариантов потестить. Но смотрите, все равно, смотрите, что он делает. Вот скажите, что это не имбовый герой. Я просто в шоке. Офигеть. Это, вот это просто жесть, ребята. Просто пипец. Так, противник в сети, не вовремя он, конечно, зашел. Но это просто жесть. Я, конечно, в шоке. Даже Фрей утащил подседный. Да. Давайте еще кого-то посмотрим. Ну, он будет во всех локациях реально топовым. Главное ему дать отхил и не дать ему... Вот смотрите.
Вот молчанка на нем сейчас стоит, и смотрите внимательно, он под молчанкой раздает героев. Это просто, блядь, просто чумовой герой будет. Даже молчанка против него вас не спасет. Вот миссы проходят там, смотрю. Это по нему миссают. Анубис не может попасть, бедный. 280 тысяч просто обычным ударом дамажит. Это жесть. Да. Ладно, последний тестик. Так, ну тут мы не забежим. Вот тут, думаю, будет интересно. Тоже вторые эволюции. Там стрелок вроде есть. Тут, конечно, нас, наверное, сейчас заблочат. По-любому тотем стоит. И не дадут включиться. Не дали включиться. Просто издевательство называется. Издевательство. Вот он включился. Кидаем баф. Смотрите. Все просто ушатались. До свидания, герои. Вот почему этот герой действительно топовый. Потому что даже под молчанкой он будет у вас шатать. А вместе с какими-то другими героями я его обязательно протестирую на лабиринте, еще покажу здесь. Просто огонь будет. Вот так вот, ребят, вот такая вот сборочка у нас была. Я считаю, она одна из топовых для него. Я еще другие специально потестирую, чтобы понять уже окончательно. Но на китайке у меня точно такой же Асура, и он себя просто показывает изумительно против топов, против всего остального, а тем более на начальных аккаунтах. Это просто будет огонь. Единственное, что надо для него иметь ремку, чтобы он включился, и потом уже не было проблем. Его талант уже сам все сделает. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно ставьте лайки. Всем пока.